Всем привет! Начинаем наш игровой день. Значит, у нас 5000. Будем поднимать. Напоминаю, что играем в офигенный БКшки. Три восьмерки Stars. Ссылочка на нее находится в закрепленном комментарии. Также не забываем подписываться. Так, ну что, давай с рубласта стартуем. Давай по 250 рублей попробуем чуть-чуть. Так, ну начали походу 0-2. Может здесь хотя бы единичку? 4, 5. Блин, ну почти единичка была. Мог там упасть. Могла там вишня упасть. Так, 1-2. Здесь у нас что? Блин, нифига. Так, 5-0-2, пока минус 1000, да? Но я надеюсь, что может все-таки что-нибудь вытащим, а? Блин, походу нифига. Ладно, погнали в Одиссей. 250 также. Так, давай вот так попробуем. Угу. Ну да, зеленые. Блин, близко были. Х1. А, полтора даже. 5 зеленых. Ну, походу, тоже возврат. А, нет, стоять. Х5 есть, офигеть. Это вообще классно ведь. Так, забираем. Да ну нафиг еще зелень. Блин, вот по желтым бы еще есть. Ну, 7,5 мы наскребли. Офигенный коэффициентик. Он даже нас в плюс выводит. Плюс 800 рублей уже к банку. Погнали дальше тогда. Так, ну давай пару секретных кейсов. Минус. Минус. Да серьезно, ничего нет, ничего. 500 давай. Да ну не верю. 500. Причем пустой. Ну тут x2. Так, пустой. Давай нижний. О, хорошо, x5. Так, ну свое вернули. Погнали. Ну давай резидент. Попробуем по 1000, фиг с ним, рискнем. Ага, сразу два динамита. Так, 1700. Ух ты, 3700. 5700. Забираем, однозначно забираем. 9300 на балансе, офигенно. Так, идем наверх, кристалл. Давай 250. Минус еще. Так, давай еще пару раз. 125. Минус. 75. Давай последний разок. 500. 575. Ну уже хоть что там. 775, вообще хорошо. Но пока, конечно, в минусе немножко, ладно. Ну, давай попробуем десятку набить на дайсе. По 250. Ничья. Так, есть победа. Давай догонять. Отлично. Поражение. Поражение, 1000. Да серьезно, 2К. Фух. Так, давай 250. Еще 2 победы надо. 2 победы. Ну, давай вот так вот 500. Ничья. Не повезло. Давай. Есть. Есть. Ну, что, значит, у нас 10 тысяч. Начало вообще прям бодрое.
Давайте пока на этом остановимся. В следующем ролике продолжим играть. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.